Экспертиза, проведенная специалистами Россельхознадзора, показала, что плодородие почв по показателям фосфора и калия снизилось практически вдвое. По результатам проведенной проверки межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с требованиями о приведении данного земельного участка в первоначальное состояние путем проведения его рекультивации. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.